Аллея космонавтов на улице Сахалинская преображается. Здесь на широком тротуаре появилась новая брусчатка, а вскоре установят скамейки, урны и видеонаблюдение. Мы приняли решение о том, что в конце аллеи, может быть, вы помните, она у нас обрывалась таким, ну, скажем так, мягко, скажем, ненормативным пандусом для того, чтобы фактически, по которому нельзя было ни спуститься в коляске, ни ее провести. Поэтому мы сделали протяженный пандус, как бы он позволит как раз вот, там, вот в этих сценариях и на велосипеде, на инвалидном кресле, с коляской, с ребенком в руках, спокойно спуститься. На аллее в дальнейшем могут появиться визуальные образы, связанные с космическими достижениями. Администрация Владивостока открыта к предложениям, что именно здесь может быть. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.